Каждый владелец авто знает, без госномеров на машине долго не проездишь. Автоинспекторы обязательно остановят и на законных основаниях оштрафуют. Но вот закон писан далеко не для всех, уверен руководитель барнаульской компании по изготовлению госномеров. Чтобы в свое время начать работу, ему пришлось серьезно потратиться. Сначала найти здание, которое бы соответствовало всем нормам. Это охрана, решетки на окнах и отдельный кабинет со специальной техникой для изготовления государственного номера. Затем оплата сертификата. Это еще плюс несколько тысяч рублей. Наши регистрационные знаки, которые мы изготавливаем, соответствуют всем требованиям ГОСТа, имеют необходимые степени защиты, то есть нанесение именно нашего знака изготовителя, то есть 12-значного кода с оборотной стороны. К слову, это первое и главное отличие номерных знаков официальной компании от нелегальных. 12-значный код расположен на обратной стороне номера. В РЭО ГИБДД нам рассказали, что достать эти таблички не так просто. Заготовки для изготовления государственных регистрационных знаков поставляются с предприятий, которые имеют на это лицензию. И эта пластина содержит кант и белый фон. Все остальное на этом фоне наносится именно изготовителем госрегзнака. Как нам сегодня объяснили, в Барнауле всего 2 официально зарегистрированных изготовителя номерных знаков. В крае таких 5, и все они зарегистрированы в реестре государственных номеров. Тогда возникает резонный вопрос, откуда специальные заготовки берут нелегалы. Мы позвонили в одну из компаний и попытались узнать, есть ли в наличии официальный сертификат. На сайте Росреестра не могу найти вашу компанию, что вы как официально зарегистрированы. Там, может, какие-то документы сможете мне предоставить? Эксперты поясняют, повлиять на работу нелегалов практически невозможно. Основание на закрытие таких фирм может быть лишь в случае проверки. А таковая может случиться только если на нелегалов напишут заявление в полицию. И в прямом смысле слова ткнут пальцем, что они изготавливают номера без специальных цифр и товарных знаков. Но ткнуть пальцем совсем непросто. Ведь сотрудники ГИБДД не имеют права без особых причин снимать регистрационный знак с машины. Номера убирают владельцы только при постановке на учет. Правда, если каким-то образом выяснится, что на табличке нет 12-значного кода, владельцу авто могут выписать штраф. В случае эксплуатации транспортного средства с государственными регистрационными знаками, не соответствующим ГОСТу, водитель может быть подвергнут административной ответственности по статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях. Предусматривает штраф в размере 500 рублей. Большинство изготовителей, которые находятся в районе РЭО ГИБДД, они работают нелегально, то есть неофициально. К слову, за регистрационными номерами владельцы авто обращаются, если знак со временем стерся или деформировался после аварии, или просто водителю захотелось красивые номера. В Росреестре сайта ГИБДД указаны официальные компании, которые изготавливают госзнаки. Напомним, в крае их всего 5. Вопрос, будут ли озадачивать себя автолюбители или продолжат ездить на номерах, изготовленных неофициально? Скорее всего, продолжит, но до первой настоящей проверки. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.